Здравствуйте, Александр. Это видео про ваш переходник М42 Nikon с одуванчиком Лушникова. Как видите, я запрограммировал весь диапазон от 2 до 16 и фокусное расстояние 58 мм. Теперь хочу обратить ваше внимание. Когда вы будете изначально вставлять объектив с переходничком в камеру, советую вам научиться вставлять переходник с одуванчиком в камеру без объектива сначала. На этих переходничках изначально неправильно была нарисована красная точечка, поэтому сейчас эта красная точка сделана в правильном месте, одуванчик наклеен так, как нужно. При том, когда вы вставляете переходник в камеру, ориентируйте средний контакт одуванчика, красную точку и красную метку с этой стороны с белой точкой на вашей камере. Аккуратно поджимаете внутрь и поворачиваете против часовой стрелки до щелчка. Не перекручивайте переходник в камере. В этих переходниках нет стопорных винтов, поэтому при перекручивании легко сломать одуванчик. Вот, вы вставили в камеру, камера вам показала диафрагму. Потом вы накрутили объективчик, выставляете диафрагму для съемки. Сначала в камере, потом ее же выставляете на объективе и по мере необходимости вводите экспо-поправку. Вытаскивать тоже точно так же. Нажимаете стопорную кнопочку, поворачиваете до красной метки и аккуратно, не торопясь, без всяких усилий, вытаскиваете переходник с одуванчиком. Точно так же аккуратно старайтесь одевать и снимать крышку. Не резко вверх, а против часовой стрелки закрыли, по часовой стрелке открыли. Сейчас я упакую ваш переходничок и отправлю к вам. Спасибо за внимание.